Нет, не угрожали, пока мы здесь сюда ехали. Ничего не было? Нет, не угрожали. Ну, там много пробки было, там вещи надо было собирать, не знали, что брать, что оставить. Да пока нормально, пока ничего особенного. Езжали здесь, азербайджанцы нам ничего не сделали, аккуратно. Нет, не угрожали, ничего не делали, даже машины не проверял. Спокойно приехали. И никто не угрожал. Даже Бог тоже не угрожает мне. Нет, нормально. Таможню нормально отпустили. Смотрели, проверяли, нормально отпустили. Коридор открыли, мы вышли. Никакой препятствий не было. Азербайджанцы вас как-то угрожали? Не, абсолютно. Как будто вежливость. Добрый путь сказали.